друзья, соотечественники, дорогие, не побоюсь этого слова, россияне. Уходящий 2020 год оставил после себя, прямо скажем, неоднозначные впечатления. Чтоб ты, Оливье, подавился под бой курантов. Позавчера правительство России с подачи министра перспективного планирования Тихомирова фактически отменило в стране новогодние праздники. Вот именно с таким звуком карьеры у людей лопаются. С наступающим, коллеги. В 42 регионах России второй день не заканчиваются протестные акции. Вон уже во Владивостоке чучело твоя жгут. Кому на руку, чтобы русские люди каждый год не в трудах и молитвах встречали, а в праздности и пьянстве с салатами. Не было отродясь на Руси салатов. Руся, уймись уже, то сейчас я приду. А что, упоротый уже? Нет. Да. А вы секс-работница. Главное, чтобы это ваш выбор был. Я надеюсь, революция не случится. Да я только предложил. Ситуация в стране критическая. Россия – наше отечество. Смерть неизбежна. Душа отдашь? Ну, честная пионерская. Да. Чего-то, походу, я лишнего наговорил. Что, реально дочку России назвали? Да. Она же как флаг. Блондинка, глаза голубые, губы красные.